В прошлом к джиту относились как к такой бедной культуре, ее сеяли. Первая операция, которая была, это посев, и вторая операция – это уборка. То есть никто не вносил ни фунгицидов, ни регуляторов роста, ни удобрений. Мы продаем новый продукт, гибридную рожь. Это культура интенсивного типа выращивания. Чтобы получить хорошую урожайность на уровне 7 тонн, которые мы декларируем, нужно вложить минимум 100 кг действующего вещества азота, минимум одну фунгицидную обработку, один регулятор роста. Вкладываете 12 тысяч гривен, можете получить 15-16 тысяч гривен прибыли. Это все реально. И это реально вот в этом году. Люди, которые вкладывают 12 тысяч гривен на гектар, имеют чистой прибыли 14 тысяч. На песках. Ни одна культура, я могу сказать, не покажет этого эффекта.